Всем привет, дорогие друзья! Это ваша любимая передача об испанском футболе «Большая секунда», выпуск под номером 9. Павел Разживин. Лионель Абба. Мы для вас здесь рассказываем все самое интересное, что происходит в мире второго по значимости дивизиона в Испании. Паш, ты отсутствовал долгое время. По меркам секунды это вообще целая вечность, и многое поменялось. Я отсутствовал, но я следил. И что мы замечаем? То, что Лиганес уже шестой тур подряд на первой строчке. Они в свое время, в своей истории также держались на протяжении столького времени на первой с позиции в свое время. Но вот сейчас они могут этот рекорд превзойти, потому что однозначно они будут на первой строчке уже 7 туров, потому что, несмотря на то, что будет в следующем туре в матче с Сарагосой, еще один такой, знаешь, локальный успех для команды Борха Хименеса. Лиганес держит первую строчку. Да, есть небольшие, может быть, разочарования для болельщиков, потому что два последних тура они сыграли в ничью. Но Лиганес, как говорится, держит марку. Но и преследователи также имеются у Лиганеса. Это Хихонский Спортинг и Реал Валидолид. У них по 32 очка. Также неподалеку Испаньол с новым тренером набирает потихоньку обороты. Эйбар 5-й. И Расинг Фироль, да, 6-я строчка. Команда, которая только-только вернулась в Сегунду, спустя продолжительное время там отсутствовала, но показывает очень интересные результаты. Эта команда, вот в последнем туре они вели 2-0 в матче с Лиганесом, но потом красная карточка, и Лиганес в игру вернулся и одно очко урвал. В принципе, очень интересная шестерка. Из которой, кстати говоря, вылетел Леванте, да, если говорить про середину турнира таблицы. И здесь мы отмечаем, наверное, то, что идет крах таких команд, как Леванте, Сарагоса и Тенерифе. Мы помним, как на старте сезона они были в первой шестерке, но уже очень мощная серия из отвратительных результатов, потому что если посмотреть на форму этих команд за последние 5 туров, Картахена там, понятное дело, располагается, 0 побед, там же и Тенерифе, и Сарагоса, и как раз-таки Леванте, и 0 побед. У всех этих команд это катастрофа. По Сарагосе мы еще обязательно пройдемся. Там смена в тренерском штабе. Ну и Леванте, тот же самый Кальехо. Я думаю, сейчас у него есть тревога, потому что результаты очень-очень грустные, удручающие. И впереди тоже очень серьезные проверки. Так что, может быть, уже в туре следующем Кальехо могут и погнать из клуба. Отмечаем тот факт, что в нижней части турнирной таблицы плотность достаточно высокая. И такие команды, как Уэска, Амарибьета и Алькаркон, имеют шансы на то, чтобы при определенных результатах выйти из этой самой зоны вылета. Да, действительно так. Уэска при Дальго как раз-таки на фоне всех этих четырех аутсайдеров выглядит максимально бодро и пытается набирать очки. Ну а Картахена, да, это последняя команда. Одна лишь победа в 17 матчах, 9 очков. И как будто бы с каждым туром все хуже и хуже обстановка в клубе. Да, последние 3 матча сыграны в ничью, и в матче Тенерифе в последнем туре была возможность забрать все 3 очка, но уже пропустили в самой концовке встречи. Так что здесь пока что все против Картахены, хотя только в прошлом году, да, если вспоминать прошлый сезон, да, при другом специалисте, но Картахена была в шаге от плей-офф. Так что здесь такой круговорот событий, и вот она вам Сегунда, да, что может все что угодно произойти. Погружаемся более детально в Сегунду и отправляемся мы в Сарагосу. Сарагоса уволила Франа Эскриба. Мы помним, что он пришел по ходу прошлого сезона в клуб, но сумел с ним занять лишь 13-ю строчку. И в этом сезоне команда находилась на 13-й строчке, когда его из клуба поперли. Да, на этом, к сожалению, Сарагоса закончилась. Как будто бы есть такое ощущение, Франа Эскриба попрощался, была как раз-таки соответствующая пресс-конференция, на которой он очень эмоционально высказывался, благодарил руководство за предоставленную возможность и говорил, что надеюсь, что в конце сезона я приду на стадион Сарагоса и буду наблюдать за чем-то большим. Желает удачи следующему главному тренеру, это Хулио Веласкес, человек, который, возможно, тоже звезд с неба не хватал, но имеет опыт работы в интересных командах. А про Франа Эскриба, если говорить и к нему возвращаться, то да, там была неприятная серия. 8 матчей подряд без побед. И, в принципе, была лишь одна победа в последних 11 матчах, которая была датирована 5 октября, победа над Андоррой. Мягко говоря, результаты так себе. Мы из выпуска в выпуск говорили про осечки Сарагосы, связанные с проблемами в обороне, отсутствием определенных кадров. И все это наложилось. И мне кажется, Франа Эскриба, конечно же, его вина есть. Именно в том, как он выбирал состав. Но, с другой стороны, я еще понимаю, если вот так вот посмотреть мельком на футболистов, которые играют за Сарагосу, не так уж и много опытных
максимально опытных бойцов. Да, есть Кристиан Альварес, голкипер, который многое повидал на своем веку. Но вот так вот, в принципе, по большим именам там отсутствуют кадры. И, возможно, это тоже сыграло свою роль. Да, ребята на мгновение оказались на вершине, поймали, знаешь, не то чтобы звездочку, но, может быть, где-то подрасслабились. Лиганес в этом плане немножко другая команда. Да, мы видим, что там Борха Хименес выстраивает определенный менталитет. И я думаю, это тоже сыграло свою роль. Искриба жалко. Пришел Хулио Веласкес, и ситуация на самом деле не поменялась, потому что в своем первом матче он уступил с минимальным счетом Альбасета 0-1 на выезде. А вообще Хулио Веласкес считается тренером, который является специалистом по кризисным командам, потому что вот в прошлом сезоне он работал в клубе, который называется «Фортуна» из Эредивизии. И даже мы некоторые матчи показывали этого клуба, потому что мы показываем Кубок Нидерландов. Обязательно смотрите у нас в сервисе ОККО. И даже новый тренер не помогает Сарагосе. Да, первый матч не самый приятный, поражение с минимальным счетом. Сам же, кстати говоря, после матчевой конференции высказывался. Веласкес говорил о том, что не мне и, конечно же, болельщикам не понравилась та игра, которую мы продемонстрировали. Да, Веласкес обладает такой вот, знаешь, фишкой работы в командах, которые либо борются за выживание, либо команды, которые вылетели, и нужно найти, знаешь, такого тренера на постоянке. Или тренера, который, знаешь, отработает определенный промежуток времени и с ним уже расстанутся. Потому что был у него период, когда он работал, как я уже говорил, с серьезными командами. Это был Вильяреал и это был Бетис. Но это был Вильяреал и Бетис уровня Сегунды. То есть это когда команды там болтались, испытывали определенные проблемы. И Веласкес, все-таки мы можем понимать по этим назначениям, специалист, который имеет потенциал в теории при хорошем стечении обстоятельств выбраться, например, к примеру. Но, к сожалению, и там не получилось. Да, результаты были такие смешанные, но не сказать, что провальные. Но все-таки клубы серьезные, также спрашивают со специалиста. Фортуна Ситтер, да, он в Эредивизии работал, сохранил прописку с командой, он пришел по ходу сезона. Эта задача ему удалась, но вот контракт продлевать он не решился. И вот сейчас Сарагоса появилась. Интересный вариант и вместе с тем непростой. Про это сам и говорил Хулио Веласкес, но здесь, конечно, я думаю, уже в перспективе нет смысла рассчитывать на то, что Сарагоса, не знаю, попытается опять вернуться в топ-6. Ну, потому что мы по последним турам, по последним матчам видим, как, во-первых, Сарагоса оступается из раза в раз, и вместе с тем мы видим, как другие команды на фоне Сарагосы выглядят предпочтительнее. Здесь вообще нужно Сарагосе задуматься о том, чтобы сохранить прописку, потому что вот этот вот стрик, да, неприятный из не самых лучших матчей уже довел Сарагосу до того, что неподалеку от зоны вылета команда располагается, поэтому здесь нужно просто Веласкесу в кратчайшие сроки ознакомиться с командой, с ресурсами, которыми он обладает, и идти в бой, потому что сейчас график непростой, впереди ждет команда. Действительно, календарь очень сложный, и сложный он еще и потому, что у Сарагосы проблемы с забитыми мячами. В последних 4 турах 0 голов, и это катастрофа. В последний раз такое было в сезоне 21-22, когда в декабре и в январе было 5 матчей подряд, и Сарагоса тоже тогда не забивала. Да, так что вот здесь максимально все непросто, складывается такой комплекс проблем и в игре в обороне, и кадровая история, и вообще команда перестала забивать. Немножко страшно, но все-таки будем верить в лучшее, потому что не хочется расставаться с такой командой, да, даже на уровне Сегунды. Посмотрим, что из этого выйдет. И, кстати, если возвращаться к теме тренерской позиции, мы сказали, что пришел Веласкес, но были и другие претенденты. Это Мачин, это тот же самый Луис Мигель Рамис, который сейчас работает уже в Эспаньоле, и это Руби. Но вот с Рамисом, видимо, не договорились. Это еще было до того, как Рамис возглавил Эспаньол, и, видимо, Рамис понимал, что есть вариант поинтереснее, попредпочтительнее. Руби, в принципе, отказался от истории по поводу работы в Сегунде, потому что он ждет, наверное, опять вариант в примере. Ну и с Мачином тоже договориться не удалось, хотя все вот эти три кандидата тоже ребята серьезные, с именем, но есть вариант с Веласкесом. Посмотрим, что из этого выйдет, но будет непросто. Да, с тобой согласен, Паш. Вот мы смотрим на календарь Сарагосы, и там уже 2 декабря домашняя встреча с лидером чемпионата Лиганесом, затем выезд к Эспаньолу, который, в принципе, тоже претендует на то, чтобы попасть в премьеру. Да, будет матч против Амарибьеты, но это тоже непростой соперник на выезде. И затем 20 декабря игра против Леванте домашней. И эти встречи определят дальнейшую судьбу Сарагосы. Будет ли она бороться за хотя бы возможность приблизиться к топ-6, либо откатиться к зоне вылета. Далее говорим об одном из самых любимых клубов некоторых наших подписчиков.
Расинге из Сантандера. Мы в предыдущих выпусках отмечали довольно интересные детали по поводу того, как эта команда разыгрывает мяч. Но это не единственное, чем славится эта команда в нынешнем розыгрыше Сегунды, потому что она очень много забивает и, соответственно, очень много пропускает. 29 забитых мячей, и это больше, например, чем у первой тройки в Сегунде. Поэтому за этой командой достаточно приятно следить. Да, я полностью с тобой согласен, и в основном это заслуга Хосе Альберто Лопеса, главного тренера Расинга, потому что здесь действительно такая периодически безбашенная игра от команды. В первую очередь, наверное, отмечаем то, как Расинг играет дома на Эль Сардинера, там такой очень атмосферный, вместе с камерный стадион, где всегда очень жарко, и там Расинг готов дать бой абсолютно любой команде, там неважно, это Леванте, это, я не знаю, тот же самый Лиганес или другая какая-нибудь большая команда уровня Сегунды, в этом, конечно, Расинг подкупает. Хотя по именам, если туда уже заглядывать, команда достаточно не то чтобы скромная, но без громких фамилий. Да, мы сказали в самом начале сезона, что пришел Клеман Гринье, француз, который был в Мальорке относительно недавно. А вот так дальше там чуть более-менее скромно. Если говорить про Лопеса, про специалиста, который работает в Расинге, у него опыт не особо большой. Была проверка на прочность в Хихонском спортинге, но не особо успешно. Потом же была Малага. Также там ненадолго он задержался, потому что в том сезоне с ним расстались по ходу. И Малага в итоге в шаге была от вылета. Хотя через сезон все-таки Малага, к сожалению, нас покинула. Сейчас Расинг. И в Расинге довольны. Решили с ним продлить контракт до конца этого сезона. Расинг, в принципе, как мы уже сказали, подкупает. Подкупает своей смелой атакующей игрой. И есть соответствующие интересные кадры. А в атаке, во-первых, отмечаем юного испанца Пеке, который в этом сезоне очень хорош. И Пеке в свое время играл в Барселоне Б. Кстати говоря, при Хавьере Гарсии Пименте, который сейчас уже работает в Лас-Пальмасе, при нем он дебютировал и сразу же забил ворота Вильяреала Б в своем дебютном матче. Сейчас уже на более серьезном взрослом уровне играет неплохо. И мне кажется, можно обратить внимание на этого футболиста, потому что мы отмечали Бриана Сарагосу в прошлом году в составе Гранады. И сейчас Бриан Сарагоса в примере очень хороший. Однозначно это лишь вопрос времени, когда он пойдет на повышение. Пеке в теории тоже может стать таким интересным вариантом. Здесь, конечно, все будет зависеть от того, какая судьба будет у Расинга, зона плей-офф, будет ли повышение, дальнейшее рекламирование самого себя. Так что здесь Пеке однозначно в центре внимания. Но и помимо него есть другие ребята. Это Хуан Карлос Арана, человек, который в то время играл за Вильяреал Б, но потом по ходу сезона прошлого ушел в Эйбар. В Эйбаре не получилось, и вот его сейчас отдали в аренду в Расинг. Тоже хороший центральный нападающий с голевым чутьем. Вот в Вильяреале Б как раз-таки он этим и отмечался. Очень здорово себя проявлял на острие атаки. И еще один игрок, которого я отметил, это Иниго Висенте. Сейчас на его счету 8 голевых передач. Он лучший по этому показателю в Сегунде. Он также в списке лучших по успешным передачам вперед. Иниго Висенте имеет совсем небольшой скромный опыт игры за основную команду Атлетик Бильбао. У него там есть пару-тройку матчей, сам же он там и начинал в академии. И вот сейчас он в Расинге. И действительно, Иниго Висенте – это вот такой вот главный дирижер атак именно Расинга, который, пускай не забивает всего лишь один гол, но вместе с тем играет на команду, раздает передачи. Так что тоже очень симпатичный парень, которого стоит обратить внимание. Вот ты сказал про Пеке и Арану, и они, в принципе, проводят аномальные сезоны для себя. Один забил 8 мячей, второй забил 7 мячей. Такого не было в Расинге с 68 года, когда после первых 16 туров два человека в составе забили 7 и более мячей. Дальше говорим мы о клубе, который не безразличен любому российскому зрителю, потому что в клубе под названием «Мирандес» играет Никита Иосифов. К сожалению, не балует его большим количеством игрового времени. В этом сезоне появлялся он на поле всего лишь в 6 матчах Сегунды. И, в общем, 172 минуты – это не впечатляет. Но на это есть причины. В атаке у «Мирандеса» просто шансов никаких не дают определенные ребята. Да. По ходу сезона на самом старте Олесю Лищи давал возможность Никите, и он выходил в стартовом составе. Но потом постепенно, конечно, минуты были все меньше и меньше, проведенные на поле. И сейчас там, можно смело говорить, сформировалась своя тройка нападения. Наверное, главный
конкурент, который выбил из стартового состава Никиту, это Ильяс Чаира, марокканский вингер. Также Габри Мартинес, потому что, в принципе, Никита парень универсальный, может сыграть, я уверен, на левом, на правом фланге атаки. То же самое и про Габри Мартинеса, можно сказать, и про Ильяса Чаиру. Очень сильно атакующий фланг сейчас у Мирандеса. Да, Мирандес не где-то в первой шестерке или около нее, но Мирандес — это как, знаешь, команда, как образца прошлого и позапрошлого сезона, очень веселая, идущая вперед, пропускающая, забивающая. Габри Мартинес и Ильяс Чаира, они принадлежат Жироне. Ребята очень классные, очень техничные, очень, очень смелые с точки зрения игры в атаку. И эти ребята в перспективе, ну, мы уже как-то про них говорили пару раз, но вот если сейчас смотреть на их показатели и результаты, действительно, играют ребята очень здорово, забивают, отдают, и что самое примечательное, Чаира и Мартинес в прошлом сезоне играли в аренде за Депортиво Сан-Фернандо, это команда уровня Примера Федерасьон, и вон там Чаира, кстати говоря, был куда более результативен, на его счету 11 забитых мячей, у Мартинеса были результаты чуть поскромнее, и вот они уже вместе играли, то есть парочка сыгранная, ребята друг друга знают, и я думаю, Жирона не просто так сделала, что отдала их также совместно в аренду в Мирандес, чтобы ребята также продолжали чувствовать друг друга и отлично проявлять себя в атаке, что самое забавное, кстати говоря, вот в том Депортиво Сан-Фернандо, в котором они играли в прошлом сезоне, там капитанит француз Жонатан Бьяни, человек, который в свое время играл за Интер и Парму в Серии А, человек, который был невероятно перспективен, да, с точки зрения роста как футболиста, но вот сейчас играет именно в третьем дивизионе Испании. По-прежнему он там капитан, и его там все очень даже любят. Так что очень такие классные хитросплетения. А вот Чаира и Мартинес — это основные лидеры. Основные лидеры, конечно же, Мирандеса, который, да, пускай нестабилен, но вместе с тем очень интересен. Мирандес — это клуб, который дает возможность молодым ребятам в будущем себя проявлять в таких турнирах, как Ла Лига. Мы вспоминаем, что за Мирандес играл в свое время Родриго Рикельме. А сейчас там есть еще один воспитанник мадридского Атлетико в Мирандесе. Да, это Карлос Мартин, нападающий, центр-форвард. Он как раз-таки и замыкает эту тройку в атаке у Мирандеса. И у него просто потрясающий партнер на фланге. Да, Мартинес, Чаира. Все очень здорово в этом плане. В обороне, да, возможно, есть проблемы, но если говорить про атаку, тут вопросов не возникает. И вот на фоне такой успешной игры этой троицы, конечно, Никите непросто. Мы, конечно же, Никите желаем получать как можно больше игрового времени, но, повторюсь, конкуренция серьезная. И чтобы туда залететь, в этот стартовый состав, нужно либо сильно, очень сильно постараться, либо рассчитывать, что тоже неправильно, на то, что либо один, либо другой получит травму, чтобы Никита вот залетел в основу. В целом, да, Мирандес — это очень классная команда, еще раз, с точки зрения роста. Ты упомянул Рикельме, и помимо этого, вспоминаем сезон прошлый, это Рауль Гарсия де Арро, второй бомбардир чемпионата Сегунды, который сейчас уже играет за Сасуну. Да, без забитых мячей, но там Анте Будимир, который набрал серьезную форму, он является резервным нападающим, но вместе с тем это прогресс. И также не забываем Серхио Камелио, который сейчас играет за Райо Валикано, и в Мирандесе он также себя здорово проявлял. Так что здесь это такой хороший мост на повышение. И вот Чаира, и Мартинес, и тот же самый Мартин своими шансами пользуются однозначно. Одного из трех мы, ну, не то чтобы со стопроцентной уверенностью, но мне хочется в это верить, увидим в примере в следующем сезоне. Еще из важных новостей мира Сегунды отмечаем то, что Raster Group — это владельцы Эспаньола. Они там находятся с 2016 года, вроде бы как собираются продать свой актив. И вот Чен Яншенг пока не может договориться с потенциальными покупателями по цене. Ну, там и сумма достаточно серьезная всплывает, про 280 миллионов евро говорят. Все-таки эта сумма очень даже большая, да, по меркам Сегунды. Да, команда, которая как раз-таки, знаешь, команда Лифт, то в высшем дивизионе, то в Сегунде, но 280 миллионов, да, это очень много. Хотя есть покупатели, но они такие суммы не предлагают. Там главный аргумент, который выкатывает Raster Group, это делается акцент на том, что за последние 3 года было потрачено порядка 200 миллионов евро, и хотелось бы их как-то компенсировать этой самой организации. Если подытоживать, да, вот этот вот путь китайских инвесторов в Эспаньоле 2016 года, мы прекрасно помним, да, то команда в Примере, то в Сегунде, нестабильная финансовая ситуация, и, в принципе, когда они приходили в клуб, там уже были долги,
И все это накопилось, видимо, ребята просто устали. Давид Де Хея может стать владельцем клуба из Сегунды. Нет, это не Эспаньол, это Эльденсе. Да, есть такая история. Сейчас мы знаем, что Давид без клуба по истечению контракта с Манчестер Юнайтед. Может быть, он так пытается найти себе новый клуб, знаешь, приобрести права и сразу же туда отправиться первым номером. Понятное дело, это все шутки, но в действительности такие разговоры есть. Встречался Давид Де Хея с президентом клуба, который еще в конце сентября, да, объявил новость о том, что он собирается продать права на клуб. Так что здесь вариант интересный. Де Хея, возможно, уже, знаешь, не то чтобы смирился с тем, что не найдет себе вариант в качестве продолжения как профессионального футболиста, уже немножко занимается менеджментом. Возможно, будет такой, знаешь, мини-конкурент у Пике. А с другой стороны, это уже не первый случай, когда Де Хея интересуется приобретением прав на клуб. В 2019 году он смотрел в сторону Эльче, но там до серьезного не дошло. Но в любом случае, да, мы видим заинтересованность Давида в этой истории. Так что посмотрим, что будет. Уже обсудили они с президентом определенные, скажем так, моменты. Может быть, в ближайшее время будет официально об этом объявлено. Классно, что бывает играющий тренер. А вот я ни разу не видел играющего владельца клуба. Что ты делаешь? Всех вон, если что-то будете плохо играть. Я владелец тут, играйте нормально. Это мы вырежем. Конец осени в Испании — это традиционно время, когда вручают награды. Сегунда, естественно, не исключение. Рубен Альбес был признан лучшим тренером по итогам прошлого сезона. Ну и, в принципе, вполне заслуженно. Да? Мы на протяжении всего прошлого сезона восхищались Альбасетто и Альбесом. В шаге, да, скажем, были ребята от «Примеры». Сейчас, конечно же, дела не просто идут в стане Альбасетте, но Альбес был хорош. Это его заслуга однозначно. По-прежнему с командой, хотя мы обсуждали, что он мог пойти на повышение. Я думаю, это лишь вопрос времени. Этот сезон точно он доработает в Альбасетте, там уже видно будет. Помимо этого были и другие награды. Да, награду лучшего голкипера получил Рауль Фернандес, голкипер «Гранады». Мы помним, что «Гранада» в прошлом году дома ни разу не проиграла. Лучший бомбардир, да, трофей Пичичи получил Мирта Узуни как игрок лучший сезона прошлого. Это тоже, я думаю, не обсуждается. Лучший испанский нападающий, конечно же, это Рауль Гарсия де Арро. В принципе, здесь особо нет каких-либо сюрпризов. Все самые лучшие получили самые лучшие награды. Ну, естественно, мы не забываем о клубах, которые в прошлом сезоне вылетели из Сегунды. По примеру, Федерасьон. Это Ибица. Ибица нас интересует еще и потому, что там играет Николай Обольский. Так вот, в недавнем прошлом был центральный матч. Это самый пример Федерасьон. Первое и второе место. Ибица принимала Кастельон и сумела держать победу со счетом 2-0. Да, встречались лидеры, прямые конкуренты за повышение в классе. Ибица старается в кратчайшие сроки туда отправиться. Кстати говоря, Обольский пришел туда именно перед стартом сезона. И у Николая дела идут отлично, я бы так сказал. Николай является основным в нападении у Ибицы. Матч был веселый. Николай отличился, мы его поздравляем с забитым мячом. Действительно, в примере Федерасьон просто какие-то невероятные разборки. Болельщики Кастельона в количестве 5000 у себя в городе собрались. И для сравнения, просто стадион Ибицы, Канмисас, вмещает меньше 5000 зрителей. То есть, если бы вся гостевая вот эта вот торсида болельщиков приехала бы на Ибицу, они бы не вместились просто в стадион домашний. Потрясающе. Друзья, сервис ОКО, естественно, показывает наиболее интересные встречи Сегунды. И уже 1 декабря в 22:30 Овьедо дома принимает Эспаньол. Обязательно приобретайте подписки для того, чтобы смотреть весь испанский футбол, который только возможно у нас в сервисе ОКО. Да, и 2 декабря еще одна интересная встреча. Реал Сарагоса с новым тренером дома принимает лидера чемпионата Лиганес. Эта встреча состоится в 20:30 по московскому времени. Обязательно включайте. Ну а программа «Большая Сегунда» подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях, что вас радует в Сегунде. Может быть, у вас есть любимые игроки, любимые команды, кого вы ждете в Ла Лиге. С вами были Павел Разживин, Лионель Аба. До новых встреч!